Колумбии за незаконную перевозку оружия задержано судно, плывшее на Кубу под флагом КНР. В ходе проверки на корабле нашли различные материалы, пригодные для создания взрывных устройств. Генеральная прокуратура сообщает, что в морском порту во время осмотра судна под китайским флагом обнаружено около 100 тонн взрывчатки, 2 миллиона 600 тысяч детонаторов, 99 снарядов и примерно 3000 пушечных стволов для строительства артиллерийских орудий. По этой причине капитан судна задержан и предстанет перед судом в городе Картахена. В документах задержанного судна груз значился как зерновая продукция. Представленная капитаном документация по отношению к товарам, перевозимым на этом судне под китайским флагом, не совпадает с найденным грузом. Эти боеприпасы были обнаружены в различных контейнерах на корабле. Представитель прокуратуры Колумбии заявил, что обвинение в незаконной перевозке оружия может быть предъявлено не только капитану, но и должностным лицам. Судно под флагом КНР должно было направиться из Картахены в другой портовый город Колумбии – Баранкилью, а затем на Кубу в Гавану. Дополнительной информации Генеральная прокуратура Колумбии пока не предоставила.